В этом году первый раз. Я только сегодня увидел. Я первый раз в этом году. Что, девушка там? Да, улыбайся, тебя все-таки снимают, не зря потеряю съемку. А это что? Гостиница. Под евро, да? Под евро делал, вот такая, знаешь, там осталась такая еще маленькая. И там у нас все каждым годом все меньше и меньше становится. То один кто-то построил, и эта фисташка там огромная такая. Не разлил? Потому что. То второй. Нормально. Все нормально, там не переживать. Не потянет на скорость. Не, я переживаю. Ну, я сейчас надо менять контролик. Да, класс. Там ночью был ходик. Не, наши не потянет. Я скоро буду. Не, не вставайте. Все не скоро. Это что-то еще все будут строить, да? Вот это, я так понимаю. Если будет востребовано. Или, ну, уже все же продано, наверное, да? Обратно пути заберем! У нас все живы. Сейчас подъедем. Сколько мы требуем? Я знаю, мам. Ой, мамочка. Я контролирую класс. Ты лапил, мам? Мам, ты лапил подход, держу? Не бывает. Нормально держу. Что не бывает? Что вы взрывали? Я даже как-то и не хочу. Я лапил уже. Такая штука, и вот там ребята палаточный городок Николай, они там выставили палатки, они там уже лет 15, но я там уже лет 10 с ними вместе. Мы им даем рекламу журнала и... Малый, справа сейчас будет, в зеленом твоя. Так ей Шура изначально понравился просто. Ну да, я согласен. А ты летал. А это Шур, тебе нравится справа? Да нет. Посмотри, как бежит. Я могу тоже с ней пробегать. Адидас, Шур. Нет, ну да. Я понял, кто еще. Мал, ты понял? Ты понял? Конечно. Тагил рулит, Тагил реально разруливает. Да, мам, слева, мам. Она пешком одна. Она уже тетушка. В Одессу. Оперный театр, катакомбы, Дерибасовская. Я у Николая Павловна Советская. Ну, да. Я тебе приготовлю в следующий раз программу. Я что-то не знаю. Да, мы вторачи назад поехали, но нахер. Да. Я тут не знаю место. Кондуктор, поворачивай. Ого, смотри, ну надо взять. Вот здесь тормозим. Тормозим здесь. Да. Что, тебе выходи, да? Тормозим здесь. Да, здесь выходи. Не, я сюда. Ну,
уже на велосипеде. Чуть-чуть дальше. Теплое море. Нормально. Да, уже хороший порядочек. Шутик. Балка уже шутит. Поворотный, слышь? Кондуктор, нажми на тормоза. Разворачивайте за нами, вы дорогу покажете. Давай, куда ехать, разворачивайте. Давайте, сейчас подъедем. Нас снимает. Вас? Вас снимал, мам. Ты подскажешь им дорогу? Да, они догоняют, шут. Я там диссертацию написал целую, честно. Тоже же понимаешь, что у меня что же как в медицине, у меня нет таблетки. Когда ко мне приходят и говорят, дайте мне одну таблетку, чтобы завтра... Няма, 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 няма. Конечно будет, да, конечно будет. Дайте мне таблетку, чтобы завтра про меня знал Безмуров. Подождите, ребята, нет такой таблетки. Чтобы завтра про тебя знал Безмуров. А, нет, чтобы завтра, не надо даже знал. А чтобы завтра у меня было клиентом. Типа там байкеры, да, что? На роликах, на коньках, на чего, ну да, просто пробегаться. Супер, супер. Супер, у нас даже близко такого нет. Вообще, супер. Да, я даже не знал о такой достопримечательности. Вот такие там все руководители, смотри, в центрах, видишь, вот идет сюда. Вот такие все руководители. Ну, понятно. Но они не пьют, не курят, не матюкаются и не торчат, не живут в рае без брака, понимаешь? Как бы исключительно... Так это поверить? Да, абсолютно поверить, понимаешь? Я был, ну, не то что в шоке, как бы я понимаю, но... А я все думал, как же вот объединить вот эти два знакомства, как же объединить? Бесплатно? Полностью бесплатно. И мы цену называем, да, сколько у вас тут? Да, вижу. Саша, цену мы же называем, сколько у вас в сутки, да? Конечно, я говорю. Ну как же это объединить? От бесплатного до 1000 гривен. Блин, как же. Сначала острый период. Как же это объединить? Ну вот это я же сразу, да. Сначала у вас они должны быть 14 суток, а потом у них бессрочно, блин. Плохо, да?
Так у них схема, знаешь, схема очень проста. Ты приходишь туда на реабилитацию. Карту, они тебе открывают карту Советского Союза, и ты показываешь пальцем. Ну, ты или твои родители. Говоришь, хочу во Владивосток. Есть. Тебя вырывают с этой действительности. Полностью вырывают. Знаешь? Сука. Так, мало того, у них там рост какой идет. У них идет рост, как у руководителя. Ну, они растут. И полностью начинают по новой жизни. Вообще 15 дней или 28. Ну, кому сколько надо. Они должны быть у вас. Отрада. Я вот сюда приезжаю на машине, ставлю сюда. Ага. Приезжаю, коньки катаюсь. Потом плаваю. Я понял. Я понял, сука. Супер. И ездит только такой велосипед, ну только такой поезд туда, больше ж, без машины же не ездят, да, ни крутых, ни перекрутых. О, мой френд, а это Юлин. Мэйю Брума. А велосипеды тоже, наверное, можно брать в аренду, да? Да 100%. Это есть, да, не обойдется. Да 100% где-то есть в аренду велосипеды. Не, это очень, очень здорово. О, моя брат! Очень здорово. Вы иностранцы, Жур, отвечаю что-то. Вы же не махали. Не махали, вы иностранцы, Жур. Ни разу еще не макетнули. Если бы макетнули, то я сделал примечание. Это так вроде бы и не за замечание дело, да? Культурные его садитки. Ни разу не макетнул. Я сам уже стал вместе мадюканца. Ну, с этими ребятами. Не даже вместе, вообще не мадюканца. Все время, что у них там был. А ну ты понимаешь, там смысл в чем? Когда ты в окружении таких же, что это, в принципе, я не знаю, как у вас, но там у них ты сразу попадаешь в это окружение. Таких же. И я там думаю. Да. Понимаешь? И они тебя по кругу. У них очень большой процент убегания. У них же нету у них не держат в наручниках ничего. У них нету этого. Вот. И они пришли. Они хочешь уходить. Ты хочешь уходить. Все. Понимаешь? А почему уходить? Потому что они же не прошли реабилитацию. У них же нет реабилитации. Понимаешь? А если бы они прошли реабилитацию, если бы они уже прошли вот эти вот периоды всего, у них как бы они проходят реабилитацию на свалках, на помойках, на подвалах, вот там они проходят реабилитацию. Но для них персон, я думаю, у них будет проще, им будет интеллигентнее пройти реабилитацию у вас. Именно этот период, вот этот 14-28, ну кому надо, кому 14, кому 28. В смысле не реабилитацию, а вот этот первый, как он, а реабилитация уже у них. Все, вот это конечная, да? Аккуратно, мам. Вот это, смотри, девочка нас пример. Это вы устали, девочка. Да. А вы пример нас пример. Так подведете? Мы не расслабились. Подведите до Аркадии 20. Что вы? Как будто ты искал свои дороги кричали. Поехали, поехали. Все нормально, нормально. Кто-то уходит? А мы едем. Иван Грин. Не обману. И видишь, у тебя хорошая. Что? Красивая видишь. Нет. Пересмотрел. Твою критику. Она приезжала в Николаев. Это вот его Ирина Круг. Была в Николаев. О, май гад. О, май френд. Вот и биг. О май гад, май дир френд.
Давай, вырубай.